Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Автоход. И это небольшой обзор на знаменитый Nissan Silvia, который у меня теперь есть в двух вариантах расцветки. Nissan Silvia версия KW. Вот такой вот синенький открыл сегодня в трехпакет, на трехмашиночный набор. И знаете, хотел бы начать обзор с хейтеров, которые что-то начали писать мне в последнем коротком видео, которое я делал на открытии вот этого трехпака. Знаете, хочется сказать вам, дорогие хейтеры, если вам что-то не нравится, каналов на YouTube очень много. Я уверен, что вы сможете найти именно тот канал, который вам, может быть, нравится больше моего, где вам будет интереснее и так далее. Но не нужно портить друг другу настроение. Просто, если вам что-то не нравится, проходите мимо. Зачем тут выкрикивать крики? Типа, ты вообще профан в автомире, уходи отсюда, больше ничего не снимай, ты вообще говно там и так далее. И знаете, как будто хочется так еще вам сказать, что вы забываете сказать еще, иди, вали, кухарка, борщ на кухню вари, понимаешь, вот на меня, да? Можете что-нибудь такое еще сказать. Сейчас подыгрываю на синтезаторе вам, да? И второй хейтер пишет, зачем столько коротких видео? Ты превращаешь YouTube в какой-то TikTok. Слушай, я тебе скажу так, это мой канал. Что я считаю нужным, я снимаю то, что считаю нужным. Благодаря коротким видео здесь на моем канале больше контента, больше подписчиков, больше активности. Но при этом я не прекращаю делать длинные обзоры, как вот этот сегодняшний обзор, на два Nissan Silvia. Надеюсь, он вам понравится. Но он будет без гонок. Мы просто рассмотрим тачки, посмотрим, чем они отличаются, эти две версии. Я думаю, вам будет интересно, поэтому ставь Лукас, пиши коммент. И, пожалуйста, не хейт мой канал видео, просто хейтеры, я вам так скажу. Я до определенного момента терплю, да, когда вы меня объективно там хейтите, или когда у вас объективная критика, но если что-то пойдет не объективно, просто без всяких разговоров, ребятки, получите бан навсегда. Поэтому, ну, я вас уважаю, поэтому уважайте меня, уважайте мое творчество. Что-то не нравится, уходите на другие каналы, их много, благо-таки. Ну, может быть, по Hot Wheels не так много, но... Поэтому вам такой вот немножечко бомбящий момент в начале этого видео. Послание для моих хейтеров. Но, как говорится, хейтеры — это хорошо. Это как раз первый показатель того, что ты становишься какой-то популярность набираешь. В общем, два Nissan Silvia сегодняшнего видео. Немножечко потише сделаем музыку. Один синий, который я достал сегодня в трехпаке вместе с Porsche, с этим вот, и с вот этой вот замечательной машиной, которая вроде бы Buick. Вы знаете, синий мне даже немножечко больше, чем серенький нравится. Silvia, у них, как вы можете видеть, правый руль, то есть чисто японский GDM, это очень знаменитая машина. Именно Silvia S13 версия. Что у нас тут на фоне, на синем написано внизу? Это пластиковое днище S13 Nissan Silvia. 2019 моделька, одна из новых, пошла, сделана в Малайзии. Естественно, пластиковые колеса, тоже золотые диски, но свет такой, знаете, прикольный, темно-темно-синий свет. Давайте вместо серый поставим его на подиум. Покручу немножечко. Вы только полюбуйтесь на эту красоту, а. Обалденная, конечно, синяя машина. Еще абсолютно новая, еще ни разу в гонках ее не испытывал. Будет интересно, кстати, ее испытать. И вот вы напишите мне в комментах, как вас больше устраивает. Когда у нас есть, например, часто короткое видео, там раз в день, там, например, да, часто какое-нибудь короткое видео гонок. Или когда у нас только длинные обзоры, например, раз или два раза в неделю. Как лучше, когда есть видео чаще короткие, которые вы можете смотреть, а можете не смотреть, если вам не интересно. Или когда у нас, например, редко раз в неделю, раз в две недели выходит один длинный видос и все на YouTube. Что вам интересно? Напишите в комментах, мне интересно знать ваше мнение. Так вот, два Nissan Silvia. Один серый, один синий. Кстати, тоже напишите, какой вам нравится больше. Серенький вариант или синенький вариант? Я так понимаю, серый более старый вариант кастинга, синий более новый. И вот мне вот гораздо интереснее. Вот я за серым, если вы помните, я гонялся очень-очень долго. Я его искал по всем магазинам. В конечном итоге я его заказал онлайн. Мне его привезли через интернет, в общем, под заказ.
Потому что я не мог его найти в реальных магазинах. Но самое смешное, что когда мне его привезли, я потом этих Сильви нашел, наверное, штук 5 в разных магазинах. Вот так вот, знаете, закон подлости обычно работает. В принципе, они особо ничем не отличаются. Те же самые наклеечки по бокам, те же самые золотые диски. Та же самая формовка машины, абсолютно та же самая. Задние спойлеры, спойлеры на крыше. Тот же самый капот, только отличается светом. Ну, честно говоря, из двух этих двух мне точно нравится больше вот этот вот темно-синий, чем серый. Не знаю, почему у меня такое мнение сложилось. Хотя, обратите внимание, за небольшое время эксплуатации на треках у этой Сильвии, как вы можете видеть, подстерлись колесные диски. Вот это бич отвилось в последнее время, что когда ты их используешь, гоняешь по треку, все-таки колесные диски, они подстираются. Это все восстанавливается потом самому. Не знаю, есть ли смысл потом подкрашивать это. Потому что диски, когда они абсолютно новые, они вот яркие, видите, такие золотистые диски. Когда они чуть более старые, они такие потухшие. Краска начинает стираться с них, облазит, причем сама по себе практически. Вот как-то так. По этому кастингу хотелось бы отметить следующее. Передние фары, да, они не прорисовали, как в базовой модели, но здесь обалденно у этих Сильвер прорисованы задние фонари. Вот просто вот, ну, как реально сделано практически. Есть надпись «Hot Wheels» сзади около бензобака. Очень классные золотые диски, как я уже говорил. Прикольная тонировка стекол. Руль тоже правый, естественно, этим машина абсолютно не отличается. Две японские тачки, две GDM-ки, надо будет их обязательно выставить на трек. Хотя у меня есть подозрение, что синяя будет ехать быстрее, чем серая. И, возможно, это будет какой-то даже, какой-то, скорее всего, рекордсмен в наших гонках, как я предполагаю. Так что будет очень интересно в ближайшем будущем, когда мы, конечно, сделаем с вами гоночку и потестируем эти тачки на треке. Не знаю, как вам, но мне было бы, конечно, самому даже интересно это все протестировать. Давайте вам еще немножечко музыки наиграю. Как вам такая музыка, а? Вживую сейчас вам прям наигрываю. Надеюсь, вам понравится такой формат обзора. Обязательно пишите комменты. Вот так вот точно еще никто из обзорщиков не делал. Вот такое только здесь вы увидите, только на этом канале, чтобы для вас в живую музыку наиграли и сделали обзор машинок. Надеюсь, вам такое зайдет. Экспериментирую, ребят, честно говоря. Но реально, синяя как-то получше выглядит, чем серая. Значительно причем лучше. Очень круто. Серая, конечно, тоже прикольная, но синяя, вот какой-то в ней вот особенный, что ли, шарм. Краски, что ли, более яркие, даже диски более яркие у нее. Как вам такое, а? Потому что меня просили сделать обзор на Nissan Silvia, я вот делаю сразу на две Silvia. Вам такой бонус, тоже на 10 тысяч подписчиков. Надеюсь, вам этот обзор понравился. С вами был Виктор, канал Автоход. Хейтерам большой привет. Не нравится контент, уходите, проходите мимо и так далее. Конструктивная критика всегда приветствуется, ребята. Я вас люблю и обожаю. Вы, мои подписчики, самые лучшие. Но, ребят, те люди, которые здесь кого-то унижают, оскорбляют и так далее, здесь вы не нужны. Просто проходите мимо и все. Проходите. Не портите друг друга настроение. Итак, Nissan и Silvia. Надеюсь, вам этот обзорчик понравился. Зашел. Пока что без гонок. Пока что детальное просто рассмотрение, как есть. Надеюсь, вам понравилось. Всем фанатам японских машин большой привет и респект. Японские машины, да, могут, они идут быстро, они идут круто, они идут замечательно. До новых встреч!